Ну, во-первых, вот опять было сказано в Государственной Думе, если один не совсем адекватный депутат в качестве инициативы выдвинул такую идею, это не значит, что Государственная Дума ее выдвинула. В любой стране есть абсолютно адекватные и не совсем адекватные депутаты, которые, или сенаторы, или конгрессмены, которые выдвигают всевозможные занятные идеи в виде возможных законов, которые кончаются ничем. И поэтому вот, говорить Государственная Дума было бы неправильно. Теперь по поводу, так сказать, сложный вопрос. У меня, честно говоря, нет на него однозначного ответа. Ну вот даже вот такой вопрос. Вот мы с вами вот сейчас ведем съемку, да? Это, вообще-то говоря, является как бы авторским правом вас, как, тех, кто ведет, организовал эту съемку, и меня, который произносит эти вещи. Но если, например, требует, что любое исполнение какой-либо песни должно влечь за собой отчисление авторских или композитора этой песни, или автора слов, или его, даже его наследникам в течение там многих лет, то возникает вопрос, а если нас с вами будут цитировать, нам чего-нибудь отчислять будут? И как повести грань, вот, так сказать, между цитированием и неправомерным использованием? Она на самом деле очень сложна, и зачастую лобби, вот, понимая этих самых, тех, это самое, киношников и музыкальных антрепренеров, не самих композиторов, а скорее владельцев авторских прав, оно зачастую, мне кажется, избыточно пытается всех нас выставить по ранжиру, чтобы мы отчисляли за все на свете, за все, что они якобы произвели.